Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Когда Господь сотворил первого человека, Адама, Он произнес известные многим слова: «Нехорошо быть человеку одному», и сотворил ему жену, Еву. И человек был счастлив, потому что находился в единении с Богом, в единении со своим ближним. Но после этого он пал, и человек остался одиноким. Даже в обществе людей человек преимущественно одинок, потому что нет общения с Богом. Грех разорвал эту связь, которая была изначально у человека с Богом. И человек остался одинок в этом мире. То есть одиночество, то чувство, которое многие из нас знают, это одно из последствий грехопадения. И вот почему, чтобы искупить человека, Господь наш Иисус Христос на себя берет, в том числе и это последствие грехопадения. Если мы внимательно читаем Евангелие, то можно увидеть, как Господь часто одинок, даже тогда, когда Его окружают тысячи людей. Люди не совсем понимают, что Господь хочет им сказать. Да и толпы окружали Господа для того, чтобы получить исцеление, чтобы увидеть это исцеление ради праздного любопытства. Но так, чтобы люди слушали Его Слово, вникали в Него, это было очень редко. И Господь неоднократно говорил об этом людям. Удивительно, что даже ученики не всегда понимали Господа. Родственники Его не всегда понимали, братья, сестры. Господь как бы остается один. Особенно это одиночество Господа проявлялось в последние часы Его жизни, в Гефсиманском саду, когда Господь остался один, хотя и окруженный учениками. Однако ученики, ближайшие Его, спали и не понимали, что началось таинство искупления. Господу нужно было сообщество, поддержка по-человечески, но этого не было, потому что Господь должен был искупить человеческий род и подъять все то наказание, которое человеческий род должен на себя взять. И на кресте, наконец, Господь произносит слова: «Боже, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это пик богооставленности. Господь как бы от всего человеческого рода взывает к своему Отцу. Но при этом Господь наш Иисус Христос никогда не был полностью одинок. Да, может быть, люди не все Его понимали, но у Господа было сообщество Его Отца. И вот в сегодняшнем рядовом Евангелии мы это также видим. Господь обращается с проповедью к иудеям, а иудеи Его не понимают. И говорят, что «Ты один свидетельствуешь о себе». Твое слово не истина, а Господь им отвечает, что Отец мой истинен, а значит и слово мое истина. И произносит удивительные слова: пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я творю то, что угодно ему. Вот в этих словах Господь и говорит о том, что Он не одинок, несмотря на то, что со стороны Он таковым кажется. Нет одиночества, потому что Господь всегда в постоянном общении, таинственном общении со Своим Отцом. И Господь взял на Себя
вот это видимое по человечеству одиночество для того, чтобы последующее поколение христиан никогда не были одиноки, никогда не испытывали эту оставленность людьми и Богом. Но тем не менее люди же испытывают это чувство. Сколько одиноких людей окружает нас. И не только одинокие потому, что у них не осталось друзей и родственников. Бывает, что большая семья, дети, внуки, супруг, но это все равно не спасает от одиночества. Все равно человек чувствует какую-то тесноту внутреннюю, неудовлетворенность. И это от того, что там нет единственно потребного, кто может эту пустоту заполнить, Бога. Если с человеком Бог, то и в пустыне он счастлив от общения. И это доказали святые и Ветхого, и Нового Завета. Вы вспомните, как патриарх Авраам, древний святой, который оставил свой дом и ушел в неизвестную землю. Надо думать, что ему было одиноко, но Бог был с ним. Его внук Иаков, когда убегал от гнева своего брата тоже в чужую землю, он тоже был одинок, но его Господь утешил видением лестницы и сказал, что «Я с тобой». И он преодолел многие искушения в своей жизни. Праведный Иосиф собственными братьями был продан в рабство. Представляете, оказаться в тюрьме, на чужбине, но Бог был с ним, и он стал правителем этой земли. Тем более в Новом Завете апостолы, перед которыми был озлобленный языческий мир, ибо князь мира сего не сдавался еще. Они были в лишении, они были побиваемы камнями, но тем не менее они чувствовали радость от общения с Богом и уж точно не были одиноки. Преподобные отцы даже бежали от этого мира в пустыню, где, как сказал, они чувствовали себя не одинокими, а счастливыми людьми от постоянного общения с Богом. Не одиноки были и Борис, и Глеб, память которых мы сегодня вспоминаем, перед тем, как их убили. Казалось бы, их оставили люди, и те немногие слуги, которые подле них остались, они не смогли их спасти. Этих несчастных по мирским меркам юношей, которые стали жертвами междоусобной борьбы за власть. Но на самом деле они не были одиноки также, ибо они, хоть и не приобрели княжество российское, они приобрели большее Царствие Божие, в котором до сих пор царствует со Христом. Не одинока была и монахиня Феодосия, наша подвижница благочестия. Сегодня 6 лет, как матушка представилась ко Господу. Она была тоже окружена людьми, но иногда можно было понять, что матушку также не понимают, что она хочет донести до людей. Как некогда и от Господа просили чудес, какого-то блага земного для себя, так и к матушке часто приходили для этого своего блага, чтобы не болеть и жить 100 лет, чтобы купить квартиру, чтобы выдать детей замуж или женить сыновей своих. Редко кто понимал, что матушка хотела донести, в том числе и своей жизнью, что едино на потребу нужно человеку спасение души. И здесь со стороны казалось, что матушка была одинока. Но не была она одинока. Быть может быть и посещали ее
мысли, как и каждого человека, иногда посещают мысли об одиночестве. Господь сразу давал утешение. И вот сегодня, также во втором евангельском чтении, мы слышали обещание Господа своим ученикам, что вас будут гнать, но я пошлю утешителя, который утешит вас. Утешитель – это одно из имен Бога Духа Святого. А если Он утешитель, значит, Он приходит ко всем, кто скорбит и обращается к Богу. Скорбь может быть разная. Может быть, от гордости своей, от грехов своих скорбь приходит. А может быть, скорбь и для того, чтобы нас испытать, чтобы мы немножко подросли, чтобы мы вступили на другую ступень духовной жизни. И вот тогда и приходит утешитель, который никогда не оставляет неутешенным человека. Дай Бог, чтобы и мы, когда вдруг найдет на нас мысль об одиночестве, мысль, что нас никто не любит, что мы никому не нужны в этом мире, дай Бог, чтобы мы вспомнили об утешителе, который как раз и послан в этот мир, чтобы таковых скорбящих утешить. Утешить тем, что эта жизнь всего лишь временна. Утешить тем, что есть такая реальность, которой не будет конца. И может быть эта реальность такой счастливой от общения, которой не может выразить человеческий язык. И вот когда человек начинает общаться с утешителем, Духом Святым, в молитве, в добрых делах, в чтении Слова Божьего, вот тогда человек и по-настоящему счастливым становится. Тогда он по-настоящему уподобляется Сыну Божьему, Господу нашему Иисусу Христу, который, несмотря ни на какие скорби, крестные скорби, никогда не был оставлен своим Отцом. И всякий христианин, который ищет Бога, находит Его, находит свое утешение, находит свое счастье. Аминь. С праздником! Храни вас Господь!